Всем огромный привет! Ну что, очень давненько мы с вами не виделись, именно того, что касается iHerb и Love Letter. Столько вы еще не видели. У меня тут две, реально просто одна прям супер-мега-гигантская. Коробки две, но на самом деле заказа было три. И, конечно же, в этом видео в конце будет розыгрыш. Без подарков не обходится. Я радую не только себя, своих близких, но еще и вас. Этот ролик не спонсирован. Все это заказываю я сама лично за свои деньги. В общем, здесь было несколько шампуней. Это был такой аромакологи, персик и жасмин. Вот этот вот шампунь мне, кстати говоря, очень даже понравился. Он очень нежный. Еще, наверное, в этом видео я хочу вам признаться, что в последнее время не сильно обращаю внимание на супер-мега натуральные составы в шампунях. Подбираю шампуни таким образом, чтобы просто кожа моей головы была комфортно, было хорошо, потому что она у меня, ну, просто крайне капризной. В последнее время, когда я выбираю что-то супер-мега натуральное, зачастую мне этот шампунь начинает не подходить. То есть либо в составе что-то не указывают, либо сырье становится хуже, либо, короче, я не знаю, что происходит. Argan Oil, тоже здесь сульфат-фри. И Leave Clean, это Coconut Milk, который просто потрясающе пахнет. Либо от этого, я не знаю. Я честно не знаю, от какого, потому что когда они мне пришли, я пользовалась и тем, и другим, но я не хочу проверять, я не хочу еще раз подвергать такому риску свою кожу головы. Она у меня просто покрывается перхотью, и это реально просто потом очень сложно убрать. Вот эти два шампуня я буду отдавать, мне, к сожалению, они не подошли. Косметическое вот это настолько все индивидуально, то есть что-то может подойти, что-то может не подойти. Вот этот вот Zion мне прекрасно подошел, отлично им пользуюсь, шикарные волосы, классные. Но опять же скажу, что всегда я использую вместе шампунем еще и кондиционеры, чего я вам тоже советую. Работает ли сейчас iHerb? iHerb работал, работает и будет работать. К сожалению, некоторые БАДы и некоторые продукты пока убрали из того, что можно заказать в России. Ну, как бы ничего страшного, я уверена, что в скором времени это обязательно вернется. Все приходит, курьерские службы работают, поэтому как бы, если не хотите выходить в магазин за чем-нибудь, вот самое время заказать на iHerb. Deep Steep, вот такое вот это жидкое мыло для рук. Оно такое, знаете, немножечко такое желеобразное. Я бы не сказала, что это прям самое лучшее мыло вообще на свете. Мои любимые a la Mason, a la Amazon, он, конечно, не переплюнул вот этот вот бутылечек. В общем, повторять не буду. Классный, пахнет хорошо. Это лимонграсс жасмин, пахнет не очень сильно. A la Mason мне нравится именно тем, что ссылочки на мои любимые тоже обязательно оставлю, что вы вообще понимали, о чем я говорю. От мыла я прям, вот знаете, прям вот очень мне хочется, чтобы круто, классно пахло. Дальше, что я постоянно заказываю теперь мужу, это глицин. У меня муж пьет глицин. Раньше пил вот этот обычный глицин, потом глицин форте, но суть в том, что здесь, смотрите, 1000 миллиграмм, то есть одна таблетка это 1000 миллиграмм. Если для сравнения, например, в наших обычных глицинах примерно 100. Взрослому человеку нужно от 1 до 3 капсул глицина в день для того, чтобы не чувствовать усталость. Он также хорошо воздействует на мозг, вообще на голову, нервная система. Капсулы. Заказала вот такой вот глицин. Кстати говоря, мой муж сказал, что ему понравилось больше. То есть у меня сейчас дочка пьет вот такой вот. Сейчас вот этот вот мой муж дает дочке. А вот этот вот, он говорит, что чувство, как будто он сильнее. Ну, как бы здесь уже вот тоже такое индивидуальное. То есть это тоже глицин. А здесь тоже 1 грамм, то есть 1000 миллиграмм в одной капсуле. Для волос, кстати, да, вот Dr. For Hair. Я вам как-то показывала Sea Salt Scalp Scrub. Но, к сожалению, его сняли с продажи, сейчас его не купить. В общем, сейчас там есть Kaolin Scalp Pack. Я думала, что это типа того, ну, как бы, типа скраба, на самом деле нет. Я потом подумала, Kaolin это что-то типа пудры, которая должна как-то вот очищать кожу головы. Короче, оказалось, что это, по сути, кондиционер, который делает просто что-то волшебное. То есть вообще я вот после этого я заказала в других заказах уже просто я не могу, к сожалению, здесь все показать. У меня были еще другие заказы. Я даже заказала себе кондиционер от вот этой вот фирмы, потому что они делают вообще что-то, ну, потрясающее. Просто вот реально невероятное для волос, потому что волосы становятся, они как бы и так у меня довольно такие блестящие и классные, и казалось бы уже как бы куда-то, куда же лучше. Но нет, лучше оказывается тоже бывает. Вот такая вот штучка, очень классная. У нее здесь
здесь вот так вот открываете и просто выдавливаете, очень удобно по проборам, разносите по коже головы, и вот таким вот, как бы, да, такими расчесывающими такими движениями я потом еще и на всю длину. Классная вещь, прям я очень советую, обратите внимание. Из косметики в этом заказе у меня была вот такая вот фирма Lorac Pro, обязательно смотрите следующий мой выпуск про iHerb, потому что в нем будет просто сногсшибательный подарок. В общем, я хочу вам подарить палетку Lorac Pro. В этом я вам подарю кое-что другое. Это такая, во-первых, магнитная такая у нее упаковка. Безумно приятно, конечно, но вот то, что она, видите, уже замылилась, запачкалась. Короче, ну что сказать, очень классная пудра, прозрачная. То есть, когда вы ее наносите, она как бы ничего вам не выбеливает, не высветляет. Есть еще вот такая вот пуховка, но я всегда наношу кисточками. Как правило, это именно для закрепления под, ну, зоны под глазами, консилер, который я вам сейчас покажу, который обязательно нужно фиксировать. Это один из лучших консилеров вообще в моей жизни, потому что, вот честно, мне вообще ни один консилер никогда не подходил. У меня есть здесь и круги, у меня есть здесь маленькие морщинки. Самый такой нашумевший, конечно, консилер — это консилер от NARS. Все равно у меня скатывается, все равно, даже независимо от того, там пользуюсь я любыми пудрами или не пользуюсь, у меня все равно это видно, это слишком видно. Я по отзывам нашла вот такой консилер от Skin Food, и на самом деле от корейской фирмы я вообще мало чего ожидала, и я, честно говоря, вообще в шоке. Я заказала еще одно, у меня еще одна баночка есть, так что в следующих выпусках вы увидите его еще раз, потому что, вот сразу скажу, для жирной кожи вообще не вариант. Он просто сам по себе, он очень жирный, у него консистенция, у него плотность просто нереальная. Видите, он как жир, и он такого розового цвета, плотненький, но когда вы его разносите, я его пользую, ну, для зоны под глазами, немножечко на носогубки, и он настолько круто ложится, и за счет того, что он жирный, за счет того, что он имеет вот такой вот блеск, который, кстати говоря, не уходит, даже если вы воспользуетесь любой пудрой, это как минимум отвлекает внимание от разных несовершенств. Там нет блесток, он блестящий, он какой-то, он жирно-блестящий, и он очень хорошо отсвечивает вот эти самые несовершенства. Взгляд приковывает вот эта вот холеная, такая классная светящаяся кожа, а никак не какие-то там синяки. Карандаш от такой бюджетной марки Wet n Wild. Это карандаш для бровей, который мне очень и очень понравился. Я вообще себе взяла такой довольно темный оттенок. Ссылку напишу, здесь я не могу посмотреть. В общем, у него с одной стороны такая щеточка, ну это понятно, в принципе, это такой стандартный как бы набор. И здесь у него довольно так много, я уже просто, знаете, вот столько осталось, пользуюсь и пользуюсь. Коричневый оттенок совершенно не теплый, то есть кому это важно, холодный, коричнево-серо, такой тауповый оттенок, и он нереальный просто по своей консистенции, он совершенно не мягкий, но и не как кол твердый, то есть им можно нарисовать тончайшую просто линию, то есть реально сделать как бы волоски, и при этом при всем у вас, ну, максимально естественная бровь у вас получится. Я, честно, от него не ожидала. Так, ну что, вот эта вот огромная посылка, здесь две посылки в одной, просто у меня уже вот эти вот коробки стоят. Вы, кстати, видите, какой портрет классный, это меня нарисовала моя зрительница, огромное ей спасибо, тоже ссылочку на нее обязательно внизу под видео оставлю, она рисует просто потрясающие картины. Снова заказала, вообще сейчас стараюсь делать всегда заказы, особенно когда заканчивается. Вот это вот муж, по-моему, да, он ее только-только начал, потому что у него вот только-только закончилась. Это Псилиум, это растворимая и нерастворимая клетчатка, которая просто потрясающе действует на кишечно-желудочный, вообще вот это вот все, да, ну в основном, конечно, кишечник. То есть это клетчатка, которая помогает вам комфортно чувствовать себя вообще просто всегда и везде. Если у вас есть проблемы, вам просто показано это 100%. Если у вас нет проблем, но вы боитесь, для профилактики просто супер-мега идеально. А единственное, знаете, что когда вы принимаете любую клетчатку, независимо от того, это будут семена подорожника, то есть псилиум, либо вообще любые другие клетчатки, там сибирские, не сибирские, нужно пить много воды, иначе будете страдать запорами. Поэтому принимаете клетчатку, пьете много воды, и она просто делает ваш кишечник просто ракетой. Из
крутых вещей, которые нужно взять на заметку, это, конечно же, омега-3. Я урвала, я не знаю, честно говоря, сейчас есть оно в наличии или нет, конкретно вот это California Gold Nutrition, это, по-моему, собственная марка iHerb. Я взяла сразу две, одна вот запакованная пока еще, одна уже открытая. Пьем все вместе, пьет и дочка, пьет и муж, пью и я. Мы ее только-только открыли, у нас закончилось все то, что мы раньше покупали. Прекрасный состав, 360 миллиграмм ЕПА и 240 ДХА, то есть всего у нас получается 640 миллиграмм самого как такового омега-3. Ну, здесь всего как бы, да, fish oil 2000 миллиграмм, из них 640, короче, просто сногсшибательная классная дозировка самих по себе омега-3, да, из рыбьего жира. Если вам просто лень разбираться и вы вообще не хотите в это вникать, просто покупайте вот такую вот и вообще не парьтесь, потому что это одна из самых лучших вообще, в принципе, дозировок на iHerb. И если посмотреть, здесь 240 желатиновых капсул, такие вот здесь капсулки, обязательно всей вашей семье, я говорю, омега-3 нужно принимать всегда и везде, для нервной системы, для мозговой активности, особенно детям обязательно, в период, когда они образовываются, в период, когда учатся, короче, нужная штука обязательно. Перчатки для рук, это маска, здесь 10, вот в такой вот большой упаковке, здесь вот таких вот 10 пакетиков, я обожаю. Когда мы вечером с мужем ложимся, например, смотреть какой-то фильм, сериал, я обязательно надеваю вот такие вот перчатки, там есть такие застежки, то есть застегивайте, хотите обычные перчатки еще, можете надеть для пущего эффекта, для такой термомаски, вот это вот у меня уже все я использовала, черную пока еще не использовала. Это альгинатные такие маски, которые нужно смешивать самим. Даже осталось то, что я не использовала, то есть она такая, вы смешиваете и... Получается такая альгинатная маска, которую вы наносите на все лицо и потом просто одним пластом все это снимаете. Здесь вот два пакетика, которые просто нужно смешать. Здесь отдельная ложечка очень удобная. Кожа просто настолько классная, настолько мягкая, настолько увлажненная. Хочу показать вам такое разочарование мое. Это маска-пленка, вообще, по идее, как бы для всего лица. Я, конечно же, брала ее для того, чтобы убрать черные точки. Здесь вот все так прям красиво. Это был ад, когда я это снимала, у меня было ощущение, что я делаю себе эпиляцию на лице, это было так больно, хотя я вообще не страдаю растительностью на лице, у меня ее в принципе нету, и я когда просто убрала... Оказывается, есть современный метод инквизиции, серьезно, вот можно пытать вот такой вот маской, я, короче, я не знаю, я вряд ли ее вообще кому-то отдам, это, кстати, Елизавека, и ни одной черной точки она у меня не убрала, вы знаете, на самом деле, какая обида, все свое, кроме волос, осталось при мне. Shower Salt, в общем, от нее, по-моему, даже такая неплохая пена у меня получилась, это соль для ванны, которую я вбухала, здесь 454 грамма, я просто за один раз, потому что, ну, честно, мне кажется, что ее как-то там маловато. Я не совсем поняла, что они хотели этим сказать, то есть можно ее просто в ванную добавить, а можно дырочки такие открываете, надеваете как бы, да, и ну, она как бы никак не закрепляется. В общем, я не знаю, что они пытались вообще сделать вот этими вот дырочками, но сделала мне шикарную пену и так, как бы без этих дырочек, но, в общем-то, мне понадобилась целая упаковка для того, чтобы реально прям порелаксировать и насладиться вот этим вот ароматом, потому что если бы я добавила половину, по крайней мере, аромата бы точно никакого и не было бы. Так, дальше хочу вам показать, мне кажется, уже все видели эти шампуни, не тестируются на животных, без СЛС, парабенов. Это реально просто очень красиво. Такой шампунь прекрасно, мне кажется, оценят дети. Ну, в общем, я не знаю, насколько здесь видно, не видно, но он перламутровый, он правда очень красивый. Это прям... единорожка, это прям принцессы. Если видно, видите, такие вот розовые такие. А, вот, кстати, я что нашла еще вот от вот этой вот фирмы, от которой вот эти альгинатные маски я заказала, но еще не пробовала вот такие. Смотрите, леопардовая маска, мне кажется, просто мужья будут в восторге. Масочка, знаете, просто и порелаксировать, и посмеяться. Классная вещь для того, чтобы просто поднимать себе настроение дома и не паниковать, не закрываться, не уходить в себя, а, в общем, делать всякие такие масочки. Сегодня я принцесса. Шел третий день самоизоляции. Третий рабочий день. Все, мокрый? Так, подожди. Ну, так, не смейся. Такой хороший.
Что? Конец гламуру. Ой, такая твердая. Я же не женщина, аккуратней. Ну, что-то есть. Тут много. Да вот они. Как грибы, смотри, тут вообще волосатые, смотри. Ну, у нас еще три. А, вот еще. Это уже другая фирма. Это у меня муж попросил взять ему что-нибудь для носа. Так что инквизиция будет не только у меня при помощи вот этой вот штуки. Кстати, надо на нем еще попробовать. Вполне себе возможно. У него поры больше. Может быть, он... Я ему не буду говорить, что это такое. Дальше. Хочу вам прям очень-очень-очень посоветовать белый карандаш от марки L'Oréal. Я, честно, не ожидала вообще, что он будет такой классный. Подвожу слизистую внутреннего века. Тоже кому-то нравится, кому-то не нравится. В любом случае, глаз так становится более выразительным, более свежим, более отдохнувшим. Я его растушевываю. И вот L'Oréal сделали просто какую-то потрясающую штуку. Во-первых, мало того, что сам по себе карандаш, он... Здесь его много. Он очень мягкий. При этом, при всем, он не стирается. То есть он застывает, и я бы не сказала, что он становится... Он не водостойкий, но при этом, при всем, он как бы не сходит несколько часов. Он очень яркий, то есть им можно сделать контрастную белую стрелку, им можно сделать контрастную слизистую. У него здесь, с другой стороны, во-первых, есть точилка для того, чтобы сделать аккуратненькую стрелочку. Во-вторых, с другой стороны, такая силиконовая такая подушечка, которая прекрасно все растушевывает. То стоит он, вот за это вот реально стоит заплатить. Поэтому я прям могу всем его порекомендовать. А, смотрите, что еще нашла. Ну, это просто вообще, я говорю, меня муж попросил, говорит, купи мне что-нибудь для носа. Серум с витамином А, который такой нашумевший просто на iHerb. Все его хотят, все его рекламируют. Ну, короче, распределяется. Ну, что можно про серум сказать? Распределяется хорошо, ну, липкий. Он не сделал мне ничего такого прям сверхъестественного. По сути, просто чем-то мажешь, а что делает, вообще непонятно. То есть никакого эффекта лично я не заметила. Если у вас вот действительно эффект есть, напишите под видео. Мне прям, честно говоря, интересно вообще, есть ли у кого-нибудь. Потому что я израсходовала половину бутылки. Хотела вам посоветовать, порекомендовать вот такой вот гель для бровей от марки Elf. У них там несколько цветов, и это у меня Natural Brown. Там есть посветлее, потемнее, берите посветлее, потому что если он темный, он прям реально, знаете, он прям красит. Здесь есть волоски, которые действительно делают волоски еще и на ваших бровях. Вот этот вот гель, он действительно делает ваши брови более пушистыми. То есть подкрашиваете карандашком Wet n Wild немножечко там пошире, если вам надо это, и зачесываете наверх вот этим вот гелем для бровей. Все вообще просто для шикарных, классных, соболиных бровей больше вообще ничего не нужно. Что еще могу посоветовать? Пребиотики я пью курсами постоянно. Я вам показывала Lacto Beef, обалденный, просто... офигенный, вот реально, другого слова нет. И я решила заказать Healthy Бион, тоже хорошие отзывы на них. Спрашивают, Аня, как ты избавилась от проблем с кожей? Вы помните, что со мной было? Реально просто меня высыпало вообще просто все. Я была вся в прыщах, и меня постоянно все спрашивали, Аня, что с тобой? Да я сама не знала. Я начала принимать пребиотики и правильно умываться. И все, проблем как не бывало. Simply Organic, мои самые-самые-самые любимые специи, обожаю их. 4 новых у меня появилось, сейчас покажу, какие. Во-первых, это лук... Лук, самый обычный лук, казалось бы, но я не знаю, вот настолько они ароматные, вот эти вот Simply Organic, настолько они какие-то живые, они какие-то прям такие настоящие, знаете, вот реально, как будто взял из деревни папин лук, сам его порезал и сам его засушил. Вот это прям вот такой вот лук. Сейчас не имею возможности поехать к папе в деревню и взять свежий лук по некоторым причинам. Seafood пользовала один раз, она такая, знаете, она очень странная. В принципе, вкусно, но вот кунжут бы я отсюда убрала. Вот честно, как бы seafood больше не возьму. Вот. Дальше. Моя любимая приправа, которую я всегда всем советую, это стейк. Это самая вкусная приправа от Simply Organic. Вообще, в принципе, это самая вкусная приправа в моей жизни. Очень аппетитно. Настолько ароматная. Настолько она... Просто любой салат, любое мясо, любая рыба, любые овощи, просто любой продукт со специями для стейка
Кстати, мне даже вот сейчас, вот я сейчас есть не хочу, у меня прям слюнки потекли, это на самом деле, это так вкусно, я прям все вам очень рекомендую просто купить вот эту приправу, можете вообще больше ничего не покупать, и чеснок от Simply Organic, и все, и вам больше вообще ничего не надо, все, это супер-мега-универсальная приправа, которая подходит ко всему, и у вас всегда все будут спрашивать, что у вас такое вообще, что за секрет вашего блюда. И Vegetable тоже очень вкусно, пока я пробовала один раз, очень хорошо для салатов, но опять же, если выбирать, даже в салаты я добавляю вот этот стейк. И я хочу подарить вам подарочек. Ну, простенький, так скажем, потому что я готовлюсь к следующему выпуску iHerb. И я вам там подарю просто нереальный подарочек. Но в этот раз я вам подарю вот такой вот классный наборчик от Eco Tools. Это наборчик для нанесения и снятия масок. Это специальная такая здесь очень удобная кисточка. И здесь есть специальные такие три спонжика для того, чтобы очень удобно любую маску смыть. На сегодня я с вами прощаюсь. Я очень рада, что вы посмотрели это видео. Если оно вам понравилось, пожалуйста, поставьте мне пальчик вверх и напишите обязательно об этом внизу под этим роликом. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте, ставьте колокольчик уведомления, потому что знаю, что многим не приходит оповещение о новых видео, и зачастую мои зрители просто не видят моих роликов. Так что все, люблю вас всех, целую крепко, здоровья вам, сидите пока сидится дома, отдыхайте, проводите побольше времени со своей семьей, ну и, конечно же, до следующего видео, которое будет уже очень скоро. Пока!